Следственными органами главе Искитимского района Олегу Лагоде предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он продал третьим лицам остров, который находился на территории района. В июне 2013 года глава подписал постановление администрации Искитимского района о предоставлении участка в совместную собственность членам дачного товарищества ФМК. В августе 2014 года на основании этого постановления обвиняемый заключил договор купли-продажи земельного участка для размещения товарищества. По условиям договора цена сделки составила свыше 10 миллионов рублей. Он был продан по явно заниженной цене, значительно ниже кадастровой стоимости, которая по состоянию на май 2014 года составляла более 54 миллионов рублей. Таким образом, незаконные действия обвиняемого существенно ограничили права других людей на пользование общедоступным объектом – береговой полосой Новосибирского водохранилища и ограничили к нему доступ. Размещение на земельном участке дачного товарищества нарушило право граждан на использование земельного участка в целях туризма, отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. В настоящее время Олег Лагода задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Обвиняемый заключил договор купли-продажи земельного участка для размещения дачного некоммерческого товарищества. По условиям договора цена сделки составила свыше 10 миллионов рублей. При этом на момент заключения договора купли-продажи земельный участок находился в зоне рекреационного назначения, что исключало возможность предоставления его в собственность для использования, не связанного с целевым назначением.